вами никто не должен согласовываться. Это земли общего, пользования. Это улица. Общие властями жители этого Копейского двора не могут найти уже 3 месяца. Именно тогда под окнами дома на улице Гастелло появилась парковка. Идея постоянки жильцы сразу приняли в штыки. Ужасы начинаются вечером, когда парковка заполняется машинами, поясняют пенсионеры. Идет страшная пыль. Это раз. Шум. И газы. Некоторые машины на бензине, некоторые машины на газу. И окна открывать невозможно. Анна Калачева просит не только за себя, но и за внуков. Поблизости детский сад и школа. А ведь никакого ограждения парковка не предусматривает. Того и глядишь, кто-нибудь из малышей попадет под авто. Здесь уже была авария. Вот здесь вот разбивались насмерть вот эта вот машина из-за детей. Потому что здесь нету тротуара. Вот видите, это грязь одна. Вот парковочное место, значит, 10 метров от дома. И само парковочное место 8 метров. Значит. Так как согласно норм, все соблюдено, все сделано. В администрации жильцам отвечали не раз. С парковкой все в порядке. Она организована согласно санитарным нормам. Таких стоянок по городу несколько десятков. Временными парковками местная власть пытается решить проблему жителей. Хотят избавить дворовые газоны от машин. Ночью, мало ли, пожар, там еще какое-то чрезвычайное происшествие, все может быть там. Ну, по двору невозможно проехать даже на грузовой машине, той же пожарной машине нельзя подъехать. Поэтому по возможности убираем с дворовых территорий машины. Эти доводы жильцы словно не слышат. За домом тоже должен быть порядок, считают они. Пенсионеры мечтают посадить на месте стоянки деревья и сделать тротуар.